Аванти. Эцио. Прего, что тебе предложить? Печенье? Кофе? Кофе? Интересный напиток. Варить его меня научил один турок. Вот, попробуй. Немного горьковат. Чего-то не хватает. Даже не знаю, ты не пробовал добавить в него сахар или молоко? Думаю, к этому вкусу просто надо привыкнуть. Довольно об этом. На чем мы остановились? Провал во дворце обошелся нам очень дорого. Нам нужно время, чтобы оправиться. Эмилио, конечно, воспользуется передышкой и продолжит угнетать горожан. У нас разные побуждения, но цель у нас общая. Может, предпримешь еще одну попытку? Спешка приведет лишь к новым потерям. Нет, мы должны как следует подготовиться. Я не могу сидеть на месте и ждать. Это и не требуется. Лучше помоги нам. Мои люди занимаются насущными делами. Найди их, они дадут тебе работу. Чем скорее ты поможешь им, тем раньше мы нанесем удар. Молто бене, месере. Я согласен. Это верное решение. Привет, Роза. Ты быстро поправляешься? Как тебе Венеция? Симпатичный город, но как вы терпите такую вонь? Ужасно. Так, что привело тебя ко мне? Я надеялся, что ты мне поможешь. Помогу в чем? Я хочу научиться лазать, как ты. О, это можно. Франко научит лучше, чем я. Франко, живо сюда! Покажи Эцио, как забраться на эти леса. Сначала надо повиснуть. Перепрыгни на уступ вверху. Схватись за него рукой и подтянись. Так, понятно? Кажется, да. Сейчас проверим. Попробуй сам. Прыгай, Эцио! В верхней точке хватайся за уступ! Ну как? Получилось? Можно и лучше. Ах, ты ранила меня в самое сердце. Ладно, хвастун. Теперь испытаем тебя. Я весь внимание. Встретимся у входа во Фрари! Какое мастерство! Кто же может укрыться?
есть и обычные средства, и лекарства из далекой Аравии. Здоровье ждет вас. Подходите, друзья мои! На этой неделе я отдаю товары почти даром! Какая сила! Эй, как это у тебя получается? Кто научил тебя так двигаться? Цены. Взгляните на мои товары! Кто клянусь! Научит? Расскажите обо мне своим друзьям. Этот идиот что-нибудь сломает. Риде Пеннеки, Риде Ультима. Подходите, друзья! Кровопускание — это часть второго слова. Значит, в другой раз. Какая сила! Настоящая. Кто научил тебя так двигаться? Thank you.
Покажи-ка нам пару своих трюков. Он там! Он убегает! Держи его! Черт! Он уходит! По лесам-то уже научился. Теперь проверим под открытым небом. Значит, залезь на ту башню. Торна, фрау Натим. Внимание!
Ну? Похоже, ты научился всему, что я знаю. Я расскажу об этом Антонио. Займись другими делами. Мы почти у цели. Слушайте, слушайте! Я распродаю книги товара по весьма привлекательным ценам. Бен Травато, Уго. В чем дело? Вам с Розой удалось бежать, но остальным повезло меньше. Эмилио схватил их, и теперь они ждут казни. Ты знаешь, где их держат? Они все еще в этом квартале, но это все, что мне известно. Найди их. Я мигом приведу сюда твоих братьев. Слезай немедленно! В моей лавке только самые модные товары! Скоро у меня будет новая партия. Заходи еще. После недавней кампании городская... На благо народа чудесные подвиги он совершил. От него по заслугам каждый злодей получил. Друзья, заходите ко мне. Послушай, как они визжат. Неудивительно, что их хозяин прячется. Дождь повелел ввести стандарты. Где Эмилио? Разобраться бы с этим отребьем. Держи я его. Идем. Внимание! Все торговцы восточными пряностями облагаются новым налогом на содержание арсенала. Об условиях освобождения от налога читайте в полном тексте указа. Внимание! Штрафы за ростовщичество были пересмотрены. Списки новых штрафов вывешены на всеобщее обозрение в здании городского совета. Thank you.
Не отставай. Нужно не едим. Так, сюда. Зачем? Что он скрывает? Эй, сеньор! Что такое? Бизарро! Что такое? Слезай, Стронзо! Сдавайся или сдохнешь! Аривидерчи, пес! Куда он дел? Полный текст указа вывешен в здании гильдии. Граждане республики, в связи с увеличением числа утонувших в Гранд-Канале, городской совет... Andiamo. Согласна. Штрафы за ростовщичество были пересмотрены. Списки новых штрафов вывешены на всеобщее обозрение в здании городского совета. Граждане! После недавней кампании городская казна опустела. Похоже, вы умеете обращаться с дамами. Какие мускулы! Объясните. Что скажите? Белли Джованни, какой приятный сюрприз! После пожара во время фестиваля на площади Сан-Поло...
ножки, что надо. Подходите, господа. О, ты такой большой. Не стесняйтесь. Милый, хочешь развлечься? У нас сладкое вино, а поцелуи еще. Где твой хозяин? Подходи, не стесняйся. Мы насадим ваши головы на пики. Нет, лучше повесим их трупы на окнах. Я с удовольствием прикольно. Куда это ты собрался? Следуй за мной. Ох, еще один. Черный мина. Идем. Я поражен. Не думал, что ты так быстро добьешься успеха. Я постарался. Я сообщу об этом Антонио. Зайди позже. Для тебя есть еще одно задание. Какое задание? Приходи на пристань, я все расскажу. Молто бене. Он что, артист?
Дилбе, как странно. Салтибанки здесь. Освободив моих братьев, ты не просто сделал доброе дело, Эцио. В будущем они тебе помогут. Если попросишь их, они пойдут за тобой. И когда у меня будет своя шайка? Отправь ее к стражникам. Твои люди поднимут шум. И путь для меня будет открыт. Именно. Мне не придется пачкать свой клинок. Это хорошо. Именно. Теперь я расскажу тебе, что делать. План Антонио полагается на обман. Мы должны сыграть роль лучников, но для этого нам нужны их доспехи. Партия таких доспехов погружена в сундуки и ждет отправки в Сета. Захвати сундуки и отбери доспехи. Когда закончишь, тебе надо будет достать лодку и пригнать ее сюда. На ней мы незаметно перевезем людей в палаццо. Считай, что готово. Какое мастерство! Как это ловко у тебя получается. Да, Бен. Не давай им опомниться. Ну, попадем. Внимание! Штрафы за ростовщичество... Счастливый день. Теперь в моей мастерской работаю. Мы в деле.
Не лезь в это дело, деревень. Продемонстрируй свое мастерство. Что? Он подходит. Он под описание. Остановите его! И станешь пищей! Господь благоволит! Контейнер! Жаль, что над этой бедной душой! Ну, теперь можешь повеселиться. Ладно. Как это ловко у тебя получается. Неплохо. Облагаются новым налогом на собой.
Это будет им урок, да? Пощады, сеньор. Пожалуйста, господин, не делайте этого. Это именно то, что нам нужно. Я сообщу Антонио о том, что ты выполнил задание. Десятки новых произведений талантливых молодых. Цена совершенства не измеряется в том. Бонжорно. Привет, Эцио! Давай поглядим на список. Он вяджил! Привет, Клаудия. Посмотришь мои записи? Апресто, Эцио. Thank you.
подходите, уважаемые клиенты. Да, у меня высокие цены, но я... Грация. Мольто грация.